Ну вот, и, в общем, прикол какой, что ты типа ездишь по этому миру на паровой этой машине огромной, сражаешься там с роботами, короче, могут быть там другие люди, но она, я так понял, типа многопользовательская, что ли. Ну вот, и, ну, типа охренеть, она вышла буквально там, не знаю, 3-4 дня назад, что ли. Ну вот, я там смотрел, что-то на 26, что ли, евро стоило. Вот, ну, интересное, меня так вроде, ну, не то что зацепило, там убиваешь робота, с него там падает сера, металл, там еще что-то, потом можно из этого всего дела там собрать себе там, короче, дробовик на паровом, типа двигателей, ну, в общем, всякие такие штуки. Надо будет, кстати, ну, как закончим с тобой гонять эти хеллгейты, зайди посмотреть еще ролики. Обижение. Но я веду. Знаешь, просто тупо вперед херачим, типа, говорит, нормально. Не, я же вроде веду карте нас. Ну, так что, в общем, вот такая вот штукенция. Еще этот рассказывал, как его, бляха, не дадут поболтать. Ладно, после победы расскажу. Про коры панк, короче. То есть после смерти, о, вижу, мне какой-то. Но есть там хил. Оно есть хило, видно, вижу. Мне тоже нужно поменять, если что. Есть, Ну. есть. Окей, я поменял, типа, на хил баночку. Блин, мор. Но ты сейчас с этой, с башкой ящерицы, это правильный сетап, нам с ним везло. Сраный палаш. Да хренач палаша, короче, я пойду контролить. Я боюсь, что тебя сожрут такими темпами. Жопа! Жеванный крот, иди ко мне, он меня проконтролил. Все. Жеванный ты крот, Но ё. это вообще как-то очень на изи падает, это вообще какой-то бред. Это даже хуже этого Клеймора, блин. Он даже без, он не прыгнул без стака в ешки даже. Сейчас, знаешь, надо посмотреть.